Здравствуйте, меня зовут Бушаева Полина. Я ученица 3 класса МБОКС Подгорная СОЖ имени Павла Михайловича Волкова. Я хочу поздравить всех детей мира с Днем защиты детей. Сегодня, в этот первый летний день, для нас распустят листья даже старый пень. И каждая травинка нам цветок подарит и не укусит никого комарик. Все потому, что праздник наступил, он всех детей земли объединил. И стали братьями мальчишки из Китая и сестрами девчонки Уругвая. Пусть кожа наша разная по цвету, но мы по взгляду понимаем всех детей планеты. Мечтаем все мы вместе об одном, чтобы у каждого была семья и дом, чтобы и нас, и мы любили, и в детстве без забот и горе все мы жили. Поэтому мы просим взрослых всех людей, чтоб защищали и ценили нас, детей.